здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на открытии 15-й юбилейной выставки «Карельский камень. Дороги Карелии 2018». Горнодобывающая промышленность – одна из ведущих отраслей экономики нашей республики. А выставка вот уже 15 лет остается важнейшей платформой для взаимодействия в данной сфере. В дни выставки запланирована обширная деловая программа. И сейчас вас приветствует заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Андреевич Родионов. Друзья, коллеги, представители бизнеса, участники выставки, от лица правительства республики хотелось бы всех поприветствовать с открытием 15-й международной выставки «Карельский камень. Дороги Карелии». Вы знаете, срок хоть и не юбилейный, но 15 лет – это действительно уже серьезная дата. И по итогам этой даты мы можем сказать, что действительно за эти 15 лет эта выставка превратилась в важнейшее мероприятие в области горно-промышленной отрасли в регионе. Безусловно, как сегодня уже было сказано, горная промышленность является основным профильным направлением промышленности нашего региона. На ее долю приходится более 30% промышленности. И мы сегодня понимаем, что перспективы развития этой отрасли колоссальны. Но для того, чтобы эти перспективы были, для того, чтобы рост промышленного производства был очень серьезный, нам сегодня не обойтись без внедрения новых технологий. Тех технологий, которые применяют наши западные партнеры. И, безусловно, эта выставка – это та площадка, на которой есть очень хорошая возможность поделиться опытом производителям техники, поставщикам техники, показать ту продукцию, которая может быть использована потенциальными потребителями. Я очень надеюсь, что все контакты, которые будут получены представителями бизнеса в рамках этой выставки, будут только крепнуть, будут создаваться новые кооперационные связи, и все это будет, безусловно, на благо развития горно-промышленной отрасли. Хотелось бы пожелать всем успехов, хороших контактов и плодотворной работы. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, от имени Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелии, конечно же, от себя лично, хочу вас поприветствовать на открытии нашей международной выставки «Дороги Карелии. Карельский камень». Действительно, горная отрасль является локомотивом развития промышленности Республики Карелии. В настоящее время, сегодня, это более 200 юридических лиц, 6 тысяч профессионалов, работающих в отрасли. Это 1007 месторождений полезных ископаемых. Идет развитие, идет инвестиции, создается инфраструктура, строятся железнодорожные пути. Все это говорит действительно о динамичном развитии горно-промышленного комплекса. Хочу пожелать участникам выставки заключения взаимовыгодных контрактов и личных деловых связей. Успехов! Карельский камень «Дороги Карелии» – это площадка для демонстрации материалов, оборудования, техники и услуг компаний, работающих в горно-промышленной и дорожной областях. Вас приветствует председатель некоммерческого партнерства Ассоциации горно-промышленников Карелии Владимир Никматович Аминов. Уважаемые дамы и господа, мне вообще-то повезло, я участвовал в открытии первой выставки, и вот еще и участвую в открытии 15-й выставки. Может быть, и дальше еще что-то такое сложится нормально, и мы будем, вернее, я буду продолжать участвовать в этом мероприятии. Я уверен, что выставка стала самостоятельным важным элементом горно-промышленного комплекса Карелии. Это вообще-то индикатор температуры в нашем горно-промышленном комплексе. Если выставка состоялась, если сюда приехали заинтересованные компании, значит у нашего
комплекса есть перспективы, значит, есть интерес компании к представлению продукции для наших горняков. Сегодня мы проводим выставку впервые в этом замечательном новом комплексе, и, на мой взгляд, она, в общем-то, самая красивая за 15 лет. Я хочу пожелать, чтобы она была еще и самой результативной. Температура горно-промышленного комплекса нормальная, и дальше она будет еще нормализовываться, и в конце концов просто будет замечательная температура. Всем успехов, удачи! Приветственное слово от генерального директора выставочного агентства «Еврофорум» Николая Александровича Гнетова. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы открываем 15-ю юбилейную выставку «Карельский камень. Дороги Карелии». 15 лет прошло с тех пор, как мы открыли первую выставку. Я, конечно, хотел бы поблагодарить за поддержку правительства Республики Карелии, Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелии. Ну и, конечно же, наших партнеров, которые нас не покидали в течение этих 15 лет. Со многими мы познакомились, подружились. Очень приятно видеть каждый год на выставке этих людей. Огромное вам спасибо. Я очень надеюсь, что следующая выставка, которая у нас пройдет в 2019 году, состоится. А сегодня я хотел бы пожелать вам, чтобы эти дни были для вас интересными, но не только интересными, но и плодотворными. Спасибо большое. Спасибо. Специализированная выставка «Карельский камень. Дороги Карелии 2018» открыта. Приглашаем ознакомиться с экспозицией.